Больше полвека назад в СССР произошла крупнейшая катастрофа космического корабля. Космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев погибли при посадке «Союза-11», возвращаясь с орбитальной станции «Салют». В честь памятной даты в Орске на бульваре Добровольского прошел торжественный митинг. Сегодня мы вспоминаем наших героев-космонавтов Пацаева, Волкова, Добровольского, которые в 71 году 30 числа погибли при посадке на Землю. Поскольку у нас город помнит их, у нас названы в честь него улицы, особенно у нас много улиц в Октябрьском районе, они, в принципе, все известны, школы имеют имена этих героев. Поэтому мы должны о них помнить всегда. На мероприятии присутствовали учащиеся школы номер 15 и номер 38, ветераны и первые лица города. С приветственным словом к присутствующим обратился глава города. Арчане помнят, знают, что наша страна является ведущей космической державой. И это такой становой хребет нашей экономики, это наша мощь. Мы понимаем, что именно космическая держава может говорить о том, что она великая держава. И у нас первый полет в космос был, и у нас великие подвиги космонавтов были, и мы чтим их. Память героев почтили минутой молчания, а после возложили цветы. Как мне несколько часов.